западные территории нынешней Польши. Это подарок Сталина полякам. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. В самолете, который направляется в Анталию, впервые в своей размеренно деревенской жизни летит русский мужик Иван. Он оказался невероятным счастливчиком, так как стал первым и единственным жителем деревни Затрыпинск, который выиграл под крышечкой от пива поездку в Турцию. All inclusive. И вот, наконец-то, Иван оторвался от своего любимого телевизора и готов кушать все прелести курорта на халяву. Но что-то пошло не так, и самолет с русским туристом экстренно приземлился в Варшаве, враждебной для российского государства. Во всяком случае, так сообщается на просторах российского телевидения. В общем, вот это, родненькие, что хочу сказать-то? Вы думаете, я в Турцию? Ага, фигли-мигли. Я в Варшаве-то, во враждебной вот этой вот. Той, которая нам по телевизору рассказывает все, что тут с нашими русскими людьми-то делают. Ну, прилетел, а что дальше делать, так и знать не знаю. Сейчас пойду, буду это, узнавать, что это, какого хрена я тут делаю-то. Если правда то, что по телевизору говорят, то я вообще не понимаю, что мне, куда. Гляньте. Что это тут все такое вот? У них какой-то... Здрасте вам. Даже не здороваются, ну. Ишь ты. Глянь, это что у них тут такое? Ёкарный бабай. Ну, это что? Робот, что ли? Как это адская машина, ну? Это роботы у них тут. Вот это капиталисты, ну. Алло, ты живая? Вот у них, глянь, роботы есть, а людей нет. Поговорить-то не с кем. Что тут делать-то? Куда? О, что-то написано, что-то. Что написано-то? Да, о, да, че, а. Да непонятно, в каком-то языке написали. Ничего не разобрать-то. Ничего. Скоро все будет на русском. Это я точно знаю. Наш президент вам тут быстро порядки понаводит. Это вы все эти ваши секси. Опа, цвета наши. А ну-ка. О, Скандинавия. Добрый путь. Да спасибо. Козлы, хотя бы чаю дали попить. Здрасте, девушка. Здравствуйте, молодой человек. Очки, вы мне объясните, пожалуйста, какого фига я нахожусь в Варшаве, а вообще должен быть там в Анталии, в Турции? Ваша фамилия? Иван Петрович Простокваша. Давай проверяй там свои списки. Проверяю. Молодой человек, извините, пожалуйста, по непредвиденным обстоятельствам ваш рейс был задержан и приземлился в Варшаву. У нас очень большая просьба, пройти, пожалуйста, в отель. И в дальнейшем наше руководство сообщит, что вам необходимо дальше делать. Погоди, я что-то не понимаю. Ты хочешь мне сказать, что я сегодня не в Турции не окажусь, а останусь здесь в Варшаве, что ли? Молодой человек, повторяю. Ваш рейс по непредвиденным обстоятельствам. Так какого черта я в Турции должен быть? Ваши дальнейшие действия, пожалуйста, проедьте в отель. Да нет, не, послушай, подруга, ты что-то не поняла. Давай теперь это все на камеру мне сказала, быстро. Потому что я не собираюсь здесь сидеть, вот этой Варшаве. Ты мне должна Турцию отправить сегодня же, понятно? А не здесь у тебя вот это, стоять здесь, поняла или нет? Молодой человек, повторяю, успокойтесь, пожалуйста. Да не надо мне успокаивать, что ты мне тоже тараторишь, как балаболка. Слушай, ты с нами русскими, так нельзя, ты поняла меня? Слышите меня, мне... Так а что ты, ну сказала бы в гостиницу, вот я двери вижу, все в порядке, все хорошо, все, я доберусь как бы сам, без проблем вообще. Ребятушки, все в порядке, никаких вопросов, не надо меня провожать, я ж не девушка, не надо, чего вы, мне вон туда надо, все нормально, все хорошо, ёб мою.
как вообще? Это... Кто это вообще? Вот тут... А ну-ка... Так... Родненькие... Гляньте, что творится-то? Гляньте! Это кто тут все это натворил, наделал? Это делов-то тут? Это что такое-то все? Это... Как это вообще? Откуда? Это непорядок. Это... Точно, тут точно все будет. Так. А ну-ка. Так, экран так. Кнопка где-то. Валь, пишет, не? Кнопочку-то нажала, не? Ух ты, дурёх. На. Родненький ты наш, Ванюша. Я тебя от лица всего нашего коллективу, от лица нашего району, от лица нашей гвардейской поздравляю тебя. Так сказать, крышечку поднять — это не реку переплыть. Так, один. Но, Вань, первое. Все мы знаем и будем сказать откровенно наслышаны. Каждый в поселке знает, что у тебя по этому делу, так сказать, ну, случается. Побыл-то пару раз, ну. Решили вручить тебе телефон. Так вот, пользуйся этим телефоном каждый вечер. Набирай, там сохранено Людмила Васильевна и мой. Я написано. Стоп, там. Валентин, подойди. Мы решили вручить тебе кинокамеру. Для того, чтобы ты эту за границу снял, во всех подробностях снял, Ванюша, и показал нам, что там творится и что там происходит. Понял, добро. Смотри мне! Понял. Не посрами. Видеописьмо. Иван Иванович, родня, до Турции не долетел. Так получилось. Поселили вот в какую-то гостиницу. Вы, наверное, как вы и говорили, Иван Иванович, тут полно всяких вот этих вот проституций. Но я ничего такого не видел. Не было. Не видел. Поэтому сейчас все покажу. Вот так. Вот Ё-моё, не знаю, что это такое. Два кресла каких-то. Кабина какая-то. Что за кабина? Кто знает? Что это за кабина? Что тут делают? Это что? Ух ты, ё! Гляди! Ты глянь, буржуи ленивы какие, ну! Воду в избу провели! Ты глянь, ну! Ха! А вода-то ледяная! Конечно! О, гляди! Вот написано! Хочешь теплой воды? 40 золотых и заплати! Конечно! Газу-то теперь у них нет, у замерзающей-то Европы. Можно было бы, конечно, как у нас, дровами топить. Так кто колоть их-то будет? Всех мужики-то исчезли, ну, остались эти. Ну, гении вот эти вот. Все, как вы и сказали, Иван Иванович. Все, как вы сказали, да? Ну что, родненький, буду показывать вам комнату, в которой в гостинице меня поселили. Что тут есть-то? Это что такое?
Не работает. А кровать-то какая громадная, ну? Это я сейчас... Уходят в проститутки и занимаются сексом ради выживания. То есть секс за еду и за отопление. Секс для выживания. А для чего это? Для одного? Такая огромная кровать-то. Это что они? На ней что? Срамотой-то всей занимались, что ли? Это как вы и говорили, Иван Иванович. Да я больше и не присяду на нее. Я вон на полу лучше буду спать. Ничего, нам русским не привыкать на полу спать. Так, а что это у нас за шифонер-то тут такой? А? Коробка какая-то черная, непонятная. О! Етить, колотить. А говорят, мы-то пьяная Россия, ну? А у самих? Прямо возле кровати-то, ну? Полно водки всякой разноцветной. Вот и думай. Это, наверное, для того, чтобы с утра встал, выпил. И целый день ходишь пьяный, потом вот это о глупостях думаешь. Ну, ладно. Затянул я что-то. Пора уже спать ложиться, да и пожрать надо как бы. Поэтому все, всем пока, до следующей видеосвязи. Что-то одно это будет, оно. Ну, мое-то и не жалко. Господи-то. Mm-hmm.
Тост. Супер тост. Ну, давай. Я предлагаю выпить, короче, за Россию. Опа, это что, камера, что ли? Да, это Ванька снимает все, наверное. Опа! Поехали! Раз, два, три, четыре! Танцуй под бузову! Всем привет, Россия! Россия, гоу! Россия! Лучше всех, Россия! Опа! Когда нет выхода, только вход. За три контакта смени пин-код. Всем привет! Так, это... Дорогой Иван Иванович, мамка, дорогие задрипинцы, батя, Людка, сестренка моя. Я чего не звоню-то? Телефон-то вы мне дали, а зарядки-то нет, а он не работает. Тут это, тут давеча такое случилось вечером. Я только лег спать. Как ко мне в комнату, вероломно, ворвался этот немец. И чё начал-то говорить-то на своем вот этом вот фрицевском-то? Я их фриц, ты русич, русич Иван, хэндехох. И к холодильнику. Это у них новый вид пыток, наверное, какой-то-то. Ну, фашисты, ей-богу. И говорит, давай, пей, пей. И давай меня напаивать. Потом пришли его эти, как они? Ну, истаповки, помощницы. Вот они-то уже издевались надо мной. Пытали. Наверное, подсыпали яду какого-то... Я уже и не сопротивлялся. А потом отключился. Ну, они-то думали, что помер, наверное, ну. А нет, они что не знают, что русскому-то хорошо, а немцу смерть. Так я что понял-то? Никакого самолета не будет. Это все операции НАТО. Да. И вот я принял волевое решение. Я буду выбираться, как деды наши, Русь. Так что, родненькие, держите кулачки, молитесь. Русские не сдаются. Где она там? О! Это! Иван Иванович, мамка, батя, сестренка, я что хочу сказать-то, ну, я вырвался из этой, как ее там, с гостиницы так этой, так называемой-то, ну, и что понял-то? Мне куда надо? Мне это, мне к этому надо, как его? Ну, главный, который наш, который по Польше, главный наш, из России. Посольство мне надо, вот. Там-то мне точно помогут. Русские-то своих не бросают. Поэтому давайте, увидимся. Удачи мне. Давайте.
Ну вот, я сейчас покажу эту вражескую, эту Варшаву. Все точно так же, как по телевизору и говорилось нам. Вот, глядите. Даже сейчас уже молодых девушек убивают, из них делают консервы мясные. Балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. О, понаставляли тут всякого разного статуи-то. Срамота. Детям показывают, что попало-то. Конищи все в трещинах, не зашпаклеванные. Посреди парка. Можно подумать. Вот это аппарат! Еще и с фонариком, ну! Вот это да! Это что такое-то? Эй, мужик! Ну стой! Ты! Видали, ну! Вот это да! Вот тебе и европейские ценности! Тут мужик только поставил самокат, а его взяли сразу и спали! Ну! Это ж надо тебе такое! Вот и подумай! Это нет, это кошелек надо прятать. Вот тебе и Варшава, вот тебе и Европа. Ты гляди, что делается-то, ну. Гляньте на них. Вот они, эти те, которые вот по телевизору-то показывают. Вот они, эти гомоспециалисты. Ну, звичайно, так, але просто нема на цьому таких. Це до неї ж люди. Сводяк. Лоша. Ой. Ізна. Романка. Уезжать надо часа в 4, на Краковце очень. На наши, говорят. Наши. Постоять. Ребята. Ты на заправку еще будешь заехать? Русские, ребята, ж русские. Ничего не перепутал? Да что я перепутал? Вы-то откуда с России-то? Мы из Одессы. А, ну, исконно русская земля. И не переживайте, скоро всех вас там освободим, земляки ж. Там такого земляка, как ты, знаешь, сколько сейчас земли отдыхает? Да, мне это не до отдыха. Братцы, не поможете мне... Русское посольство надо. Не отведете, не покажете где. Поможем, пока. Отведем. Пошли. По-братски, спасибо-то, ну. Вот это я понимаю. Вот это молодцы. Гляди, что у нас тут. Хляцкий драндулет. Фашистская машина. Ха, были бы они здесь, мы показали хохлам, как с нами надо. А ключи-то... Это вы отжали ее, что ли? Отжали, отжали. Или это чего, чего это? Или кино снимаете какое про нациков? Ну шо, показывай, як знам их охуя треба. Освободитель хуя. Зараз поїдемо в посольство, тільки перевдінися і перевізуйся. Это мужики. Мужики, может, не надо, а? Давай, давай, как репетировали. Нет, Вай, нет. Голосніше. Нет, Вай, нет. Молодець. Нет, Вай, нет. Нет, Вай, нет. Добре. І ще одно. Ну, мужики, ну. Давай. Слава Україні. Нечутно. Голосніше. Слава Україні! Молодець! І до речі, тримай свою камерку, посольство не працює. Тримай, друг. Thank you.
поздравляю тебя. Так сказать, крышечку поднять – это не реку переплыть. Для того, чтобы ты эту заграницу снял, во всех подробностях снял, Ванюша, и показал нам, что там творится и что там. Сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах будут подавать белок. Гомосексуалисты танцуют. И не должно быть никакой иллюзии у Запада, что ядерное оружие будет применено. Там за большой лужей сидят где-то в Америке такие сотрудники какой-то лаборатории. И как над крысами там какие-то проводят эксперименты. На весь мир. Тьфу на тебя! Изыди, сатана! У меня тут никаких друзей, знакомых нет. Ни с кем я тут не общаюсь, не дружу. Никаких ни мужиков, ни бабников, никого нет у меня здесь. Я тут сам, как говорится, в поле воин. Я домой хочу. Мне бы домой. От чего? Это что такое-то? Это что тут? Россия! Калининград. А я? Варшава. Это еще нам географичка-то рассказывала-то, ну? Что есть-то кусочек-то матушки родины-то в Европе? Вот он! Так тут-то идти-то 30 минут. Решено. Я иду в Калининград. Я иду домой. Все. Все, точно. Никакие эти мне не нужны. Так, что тут, где-то кнопка-то эта красненькая. А, во, секунду, пошли. Так, Иван Иванович, сейчас не к вам обращаюсь. Люд, я что подумал-то? Понимаешь, мне как бы денег надо снять. Рублей 500. Ты ж мне
мамкину карточку дала. Ну, чебурек какого купить там, может, водички попить. Мне так до Калининграду-то пилякать сколько. Поэтому, хорошо, я сниму. Вот и банкомат тут уже, как тут. Так, вот она. Ну, ты что ее не сосешь-то, ну? Что-то пишет. Инвалиде. Какой тебе инвалид? Я не инвалид. И мамкина карточка, то мамка у меня тоже не инвалид, она пенсионер. Ты что это? О! Это карточка МИР. МИР карточка, ее во всем мире должны принимать. Ты что? Давай выдавай мне деньги-то. Давай, соси. Ух ты. Адская машина. Ух ты. Англосаксы. Ну и что? Я и без тебя справлюсь. У меня вон заначки 100 рублей есть. Ха, ты думаешь, я пропаду? Русский не пропадает. Так, все это у нас тут. А? Каитоя. Каитоя. Название так вообще придумали, но ничего не понятное. Доброе. Здорово, уважаемый. Але что пан робит? Не можно то нагрывать. Чего? Нех пан схова камеры, не можно. Чего? Не можно нагрывать. Кого нагревать-то? Че ты мелешь-то непонятно? Нех пан схова камеры. Нельзя что? Не можно. Да ладно, не бойся ты, хорошо, хорошо. В розыске что? Это. Давай золотых мне на все. А это что это, спроси пана? Что это, ты что, не знаешь, что это такое-то? Это 100 рублей. Сотка. Это 100 российских рублей. Ты что? Давай. Какие рубли? Не пшему и жадных рублей. Что ты пшим-пшим-пшим-пшим-пшим-пшим? Что ты не примуешь? Сотку мне поменяй на все, самая твердая валюта в мире, ты! Россия то хиба только в России и Беларуси, только там можно то выменять, не. Не принимаешь? Не. А где принимать? Не, вим хиба нигде в Варшаве не примую. Ух ты! Не сильно-то и надо было. У тебя и злотых, наверное, такое количество за такую сотку-то и нету. Англосакс. Проклятый, ну? Как только рубль укрепился, так вы его сразу и бояться начали. Сыкуны. Падлы. Поворачивает. Баба за рулем. Баба за рулем. Здрасте. А до Калининграда довезете? Любые деньги плачу. До Калининграду. Я, пана, не разумею. Где пан стоит? Не разумею, она, пана. Там мне до Калининграда. Калининград, понимаешь? Калининград. В Россию мне надо. Домой. А Россия? Нет, никакой. До свидания. Россия не довезение. О! Здорово, браток! Скажи, слышь, а до Калининграда довезешь? Не разумеем. Говорю, до Калининграда довезешь? Калининград, Россия, до Калининграда. Россия, о, ку***! Ку***! Это его звать так, что ли?
Эти пшеки вообще не хотят, меня никуда никто не хочет везти, да ну. Как только слышат вот это, что Россия, так они сразу по газульке, ты давай текать меня, как от прокаженного, ты ну. Ну ничего, русские-то не сдаются. Я такое придумал, Ну, я вообще теперь никому ничего не скажу. О! Тачка какая-то с мужиком. Сухан? Курде. Не розумієм. Чого пан це? Пан є з німовом. Розумієм, розумієм. Пан тебе хоче їхати, так? Але докон? Кулевець, там тобі треба? Добре, мешкам недалеко. Сядай, пан, пана поджуце. Сядай, сядай. 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 No, jedziemy. No i po co ci do Królewca? Masz tam jakichś krewnych, przyjaciół? A sam Polakiem jesteś czy Ruskiem? Polakiem jesteś. A może Ruskiem? Dobrze, jedziemy. Какая-то, ни фонаря тебе, ничего. Пшек этот куда-то вышел. Как-то не по себе мне. Стремновато как-то становится. Ух, пошел куда-то. Вон пошел, гляньте, что-то делать будет в багажнике-то. Бы не за пакетами, ну. Железом каким-то бряцкает. Железо какой-то. Ой, точно, хоть бы не ко мне. Słuchaj, samochód mi zepsuł. Będę naprawiał zaraz. Tak z godzinkę postoimy. A? Rozumiesz? Nie, nie. Zepsuł samochód. Naprawiał, będę naprawiał. No. O mój Boże! Cholera, nic nie rozumie. Siedź tu już, ja zaraz naprawię. Słuchaj, co ty tam ciągle filmujesz? Słuchaj, ciemno już jest. Późno. Żadne autobusy teraz już na tą całą granicę nie chodzą. Mieszkam tu niedaleko, może pojedziemy do mnie, spokojnie przenocujemy. A rano spokojnie autobusem pojedziesz na tą swoją granicę. Zgoda? No i dobrze. Idziemy.
Słuchaj, czekaj. Zabiorę rzeczy. Dobrze? Radni moi, времени у меня немного. Хотел я добраться до России, матушки-то, автостопом, а привезли меня-то вон куды. Непонятно, дом какой-то. У них, наверное, пыточные здесь по-любому какие-нибудь есть. Что со мной будет, не знаю. Напоследок вот что хочу сказать. Людки мои, передайте, что в сельпо в нашем там долг в тетрадке. Так вот, половину и Мишка должен отдать. Да. Ну все. Люблю всех. Дай бог, свидимся. Может, и не последний раз. Я... Давайте. О, идет, все. Ну что, где мы? Ешь свой лежащий, где? Słuchaj, zaraz pójdziemy do domu, zjemy coś spokojnie, ty mnie tam opowiesz. A, właśnie, jak to ty mi opowiesz. Idziemy w dom, zjemy coś. No i co? Proszę do stołu. No. A stóweczkę wypijmy. Nie. No to wypijemy. Tak. Tak. Co? Ano. Dobrze. Zdrówko. Proszę. Jeszcze, tak? Okej. No. Стулечки любишь, так? Да, Сухан? Słuchaj, no ja cię nie rozumiem, naturalnie. No jest jeszcze pół litra u ciebie. A. Jeszcze jest. Вот. Какие водка чудеса с русскими делает. А ты что по-русски разговариваешь? Ты что с России? А ты русский? Да, я русский. И что? И что вы мне теперь тут сделаете? Что вы тут сделаете-то? Да я русский. Давайте, я знаю, что вы фашисты тут все.
Давайте, выходите, давайте, расстреливайте меня. Я все равно тут ничего не скажу, понятно? Все, давайте, я готов, потыкались по норам. Я давно вас вижу, всех ну, насквозь. Ну, во-первых, не ори. Соседи уже спят. Во-вторых, давай выпьем. О. Давай. Ну, а в-третьих, скажи мне, откуда у тебя в голове весь этот бред? Ой, бред. У меня, у нас, наш информации на всех вас хватает. Мы всю жизнь знаем, что вы завидуете нам. Чему? Чему мы завидуем? Наш президент, он вообще все правильно сказал, что нам весь мир завидует. Ну вот смотри, смотри. Мне 55 лет. Mm. У меня свой дом, недалеко от Варшавы. У меня свой бизнес, который я сам спокойно сделал. У меня семья, дети. А что у тебя? У меня тоже, знаешь, с этим все в ажуре. Если ты такой вот деловой, так где твоя семья? Че ты один-то в хате-то? Ну, че ты один? А семья вся в отпуске. Жена с детьми, с внуками. Поехали Австралию смотреть. Мы много путешествуем, любим путешествовать. Уже больше 50 стран посмотрели. А ты где бывал? А я тоже, знаешь, много чего в жизни видел. И вот недавно вот с Турции вернулся. Да и вообще у нас дома хорошо. Страна такая, Россия такая страна, цивилизация, ты понимаешь? Тут лучше... Ну, давай выпьем, давай выпьем. Да. Да и вообще, вот, вообще, у вас же нефти нету. Нету. Газа нету. Нету. Ну вот вы поэтому и все кидайтесь на нас, завидуйте нам. Слушай, у нас нефти нету. Да. Газа нету. Да. У тебя нефть есть, газ есть, может тебе акции какие принадлежат? Какие акции? Что ты имеешь? Это ресурс. Понимаешь? Ресурс. Но? Он принадлежит народу. Это по конституции так. Ты понимаешь? Ну я тебя и спрашиваю. Ты же народ. Народ. Ну и сколько тебе принадлежит нефти, газа, ресурсов? Что ты меня путаешь-то? Ну... Им там в Думе сверху очень хорошо они все видно знают. Кому что принадлежит и кому народу там что давать. Понимаешь? Слушай, завтра рано, подъем, я тебя сам на границу завезу. Угу. А то с такими мыслями ты еще останешься освобождать братский польский народ. А? Пахнут плохо, русских не любят, зубы не чистят, туалетной бумаги нет. Там церковь сатаны, всю эту программу на расчеловечивание, на однополые браки, они будут это все равно двигать, и это тоже часть их государства. Этим летом уже будет наглядно видно, как распадается НАТО, как распадается Евросоюз, как распадается так называемая единая валюта.
Человеческая цивилизация существует только потому, что существует Святая Русь. Только потому, что существует наша страна. Одно важное умение. Оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. Это умение вовремя завалить хлебало своих эмоций. А ну-ка, где оно? Так. Давай, что-то нашинское, что-то. Давай-ка, ну-ка. Ну, Олька. Ну, кто-нибудь, давай, СТС. Ну, НТВ. Ну, Россия-1, где? Старшик, что? Вот оно чё. Всё. Я всё понял. Мне всё ясно. У них нет наших правдивых каналов. Вот она, эта замшелая западная пропаганда. Они не знают, что в мире-то творится по-настоящему. Теперь-то все ясно. Вот оно что. Вот это. Это, если бы у них было хотя бы, я не знаю, хотя бы какой-нибудь там замшелый, ну не СТС, ну не знаю, что-нибудь неправдивое, ну наше. Они смотрят чепуху какую-то на непонятном языке и правда не видят и не знают. Послушай Ольку Скобееву, и сразу бы все поняли бы. Ну что, Иван, там дальше твоя Россия. Россия, матушка ты моя. Ну, наконец-таки добрался-то. Прощай, Иван. Да чё прощай, обязательно кружу, скоро свидимся-то, ну. Слушай, когда-нибудь у тебя откроются глаза, и ты будешь верить им, своим глазам, а не телевизору. Жить своей жизнью, а не жизнью в телевизоре. Строить свою жизнь, а не жить в телевизоре. Тогда и встретимся. Прощай. Ага.
Черт! Что за черт? Это западная пропаганда и ко мне в голову-то залезла. Чуть не, и меня с ума не свела-то, ну. Чуть не такой начал думать, что грех на душу брать-то, ну. Россия, матушка, я бегу к тебе. Домой! На родину! Вы нарушаете государственную границу.